Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и что-то мне подсказывает, что все мы без ума от крабов. Эти маленькие пронырливые существа всегда вызывали у меня восторг, и именно поэтому играть мы будем в Dead Last Catch The Game, в которой будем заниматься ловлей этих маленьких засранцев. Крабов. Начнем мы с карьеры, выберем стандартные настройки, зачем что-то менять, и так все должно хорошо работать. И ппп, не мешало бы нам заскочить в магазин, прежде чем мы отправимся в открытый океан. Купим несколько буйков, ведь они пригодятся, чтобы как-то идентифицировать наши ловушки. Возьмем, наверное, одну дополнительную крюк-кошку, несколько банок проникающей смазки. Не совсем понятно, для чего она нужна, не спрашивайте, пускай будет. Блок с приманкой и сайры, ведь они любят сайру, крабы. Да, они ведь надо... Ну, должна быть приманка. Ну и, разумеется, парочку крабовых ловушек. Это самое ценное, что вообще тут есть. Все покупаем, тратим половину денег, и можно отправляться ловить наших первых... животных? Так, Сэм. Какое место нужно выбрать? Наверняка это должна быть небольшая глубина, чтобы легко было забрасывать ловушки. 19 метров, по-моему, это самая минимальная глубина, которая тут есть. Плюс должна быть соответствующая температура, ведь в ледяной воде крабам неуютно, они тоже любят тепло. Плюс хотелось бы найти какую-нибудь каменистую местность, где много камней, скал и прочего. Там крабам гораздо проще скрываться от крупных хищников. Но... Там большая глубина, и поэтому вряд ли я смогу использовать грамотно ловушку. Именно поэтому мы отправляемся вот сюда. Идеально. Илистое дно, глубина 19 метров и большая температура. Там должно быть просто мдохренище. Тьма крабов, килограммы, сотни тысяч, и вот он наш корабль, познакомьтесь. У него нет имени, зато на нем есть 4 крабовых ловушки и тазик. А еще спереди там кто-то сидит. Какой-то наблюдатель, он следит за мной, но помогать работать не хочет. Да и я работать в такое время суток также не собираюсь. Надо немного подождать, пока станет немного светлее. И вы сможете корабль увидеть, и я буду видеть хотя бы то, что я вообще делаю. Так, с 9 часов еще вперед. Как раз должно быть раннее утро. Отлично. Фух, можно подготавливать нашу первую крабью ловушку. Для этого мы берем кран и опускаем его. Вечно путаю клавиши, еще не привык к управлению, тут очень много нюансов. Еще игра почему-то умудряется всегда подлагивать. Я не знаю почему, графика тут вроде не самая заоблачная, но, видимо, сказывается ранний доступ. Хорошо. Так, помещаем нашу ловушку, кран убираем, и теперь эту ловушку нужно снабдить буем. Опять же, чтобы мы могли видеть, где она находится, берем буй. У меня их 12, это много. И наверх его. Ой, он сразу упал вниз, да? Ну и отлично. Далее открываем дверцу и достаем из этого прекрасного морозильника... Ух, не менее прекрасный блок с приманкой из сайры. Кладем его в мясорубку, и получается вот такое крайне аппетитное красное месиво, которым и будут питаться наши новые друзьяшки. Так, сюда его. О, месиво готово. Ловушка закрывается, ну и давайте отправлять ее, в общем-то, в океан, прямиком к Посейдону. Пускай он наградит нас крабами. Это типа жертвоприношение ему в виде перемолотой сайры. А он отплатит нам крабами. Так, сколько подождем? Ну, друзья, я думаю, двое суток это идеально. Можно на корабле немного поваляться, почилить, отдохнуть. Ну а теперь 48 часов прошло. У нас тут тишь да гладь. В море или в океане, я не знаю, где мы. И в море, и в океане крабы водятся, но, думаю, в океане они побольше. Короче, осталось эту ловушку достать. Очень сложно это делается с помощью крюка-кошки. Забрасываем его и начинаем потихонечку, полигонечку подтягивать наш буй. Давай, буй. Давай, давай, давай. Ага, готово. Далее в ход идет лебедка. Не самая понятная вещь, но она работает. Так, подтягиваем сначала, да? С помощью... Ага. Так, и опускаем лебедочный круг. Блин, почему такой маленький FPS тут? Я не понимаю. Это... Ага, это сильно бесит. Ой, она ведь никуда не уйдет, это моя ловушка. Надо опустить, и потом уж лишь только помещать. Отлично, друзья, посмотрите, она просто забита крабами до упора, до отказа.
Буёк нам в ближайшее время не понадобится, оставим его здесь. Уберем гребаную лебедку, и почему-то пошел дождь. Видимо, Посейдон не рад, что мы забираем его подопытных, подопечных, я не знаю. Ну и плевать на него, я хочу краба. Давайте опустим, откроем крышку и сделаем огромный прекрасный фокус. Хе-хе! Посмотрите на это прекрасное зрелище. Ловушка опускается, и мы можем... Я думал, крабов будет больше, наслаждаться крабами. Вот эти малыши, хе-хе, вот они, вкусняшичи. 80 штук, это не шутки, 80 крабов. Они шевелятся, они дергаются, они хотят стать чьим-то ужином. Они очень дорого стоят. Я не знаю, за сколько уходит один краб, но 80 штук, это ведь реально ведь много ведь. Да хрена. Хорошо, давайте что-нибудь, друзья, сделаем. Что мы можем сделать? Во-первых, было бы неплохо снабдить новую ловушку. Потому что, почему бы и нет. Зафигачиваем. Берем нашу приманку. Кстати, если она будет немного подгнившей, это, наверное, даже лучше. Потому что крабы они любят есть падаль. Именно этим они и питаются в дикой природе. Такс. И отправляем следующую ловушку вместе с буем. А сами тем временем переходим вот сюда, к сортировке. К очень странному занятию, но кому-то может оно показаться очень увлекательным. Короче, мы берем краба. Вот наш краб. Не все крабы, как я понял, подходят для продажи. Посмотрите на этого красавца. Он просто великолепен, да? Сперва нужно определить его пол. Я не знаю, как это делается, но этот краб мужского пола, значит, мы его можем продавать. И возраст у него подходящий. Отправляем его направо. Далее берем следующего краба из списка. Воротим, крутим и... Ага, он не подходит нам, это у нас самочка. Ой. Это у нас самочка, отправляем ее в брак. По идее, по-хорошему, ее нужно будет выкинуть в море. Но я не знаю, я не хочу. Я буду всех крабов продавать, кто узнает? Никто не узнает. Просто берем крабов и всех на продажу. Всех, только я не знаю, как уплыть домой и всех этих крабов, в общем-то, продать. Всех в кучу. Крабики, крабики, крабики. Блин, а нельзя сразу всех как бы признать нормальными, да, адекватными? И вернуться домой с таким уловом. 60 крабов это довольно много. Правда, вряд ли окупится топливо, затраты на ловушки, зарплаты работникам, мое личное время. Ну, я не знаю. Ладно, давайте для вида несколько забракуем крабов. И даже одного я попытаюсь рассмотреть. Посмотрим, какой он. А возраст какой? По клешням определяется, да? Или по длине лап? Лапы у него очень красивые, не правда ли? Ладно, это хороший краб. Все, одного... Ой-ой-ой, а что этого... Блин, случайно забраковал, не ту кнопку нажал. У него была какая-то явная проблема с лапами. О, можно же так делать, так даже быстрее, отлично. Оп-оп-оп-оп-оп, еще 40 штук осталось. Жесть. Блин, и тут вместительность 500 крабов. Может, меня отпустят домой только в тот момент, когда я соберу всех крабов? И все же мне непонятно, кому может быть вот так вот прямо супер интересно и весело сидеть и крутить крабов сутки напролет? Можно ли тут нанять какого-то сотрудника или прокачать какой-то навык, чтобы вот этим не заниматься, сортировкой? Это же безумие, пускай сортировка... Хотя, да, я должен неправильных особей отпускать в море. На берегу уже в море их не отпустишь. А ведь не будешь снаряжать целую экспедицию в океан для того, чтобы отпустить неправильных крабов. Это было бы странно. В общем, скопилось две груды крабов. Одни хорошие, вторые не очень. Со вторыми нужно поступить очень радикально. Просто взять тазик и собрать их. Так, мы взяли неподходящих крабов. Вот они лежат в тазике. И что с ними теперь делать? Как мне... Ой, что это такое? Люк? Чё, а чё это за люк? А чё это за люк-то? А, я туда выкинул неправильных крабов. Я понял, вот для чего этот люк. Стоп. Нет, всё не так, друзья. Этот люк для правильных крабов. Там у нас находится под днищем хранилище. Всё сходится. Такс.
Вот. Мы туда должны загружать крабов, а неправильных крабов как-то выкидывает за борт. Но как их выкидывает за борт, я, честно сказать, не знаю. Поэтому плевать, можно сказать, что мы выкинули их за борт. И этого достаточно. Так, что дальше? Как мне уплыть домой? Бензина осталось маловато, корабль забит. 8 тонн у меня уже забито, да? Это 8 тонн крабов? Или что? Ладно, подождем еще один улов. А, это до конца осталось всего лишь 43 часа, и нужно будет уплывать, да? Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас просто в наглую всех крабов сгрузим и посмотрим, что у нас получилось. Так, для начала. Опускаем. Сделаем все очень быстро. Я уже наловчился, я уже привык. Подтягиваем. Сортировать я их не буду, просто всех подряд увезу домой. Пускай мне платят деньги. И я ничего не знаю. Это как бы не я ловил крабов. Я только начальник, я занимаюсь перевозкой, вы ничего не докажете. Такс. Опустить лебедочный крюк. Где он? Вот он. Иди сюда. Хорош. Поднимаем его. Поднять. Далее. Делаем все красиво. Это сюда. Это открываем. И выгружаем. Да чтоб тебя, блин. Такс. Теперь сюда. Хорошо. Эта штука нам больше не нужна, я полагаю. Можно выбросить ее за борт. Плевать. Занимает только место. Лучше займемся сортировкой крабов. Все крабы хорошие. Будем считать так. Такс. Блин, 70 штук попробуй еще и переложи. Жаль, что нельзя хватать по 3 или по 4 краба сразу. Это было бы очень, очень удобно. Ну да ладно. Грех жаловаться. Я и так зарабатываю, наверное, неплохие деньги с этих крабов. Такс, такс, такс. Краб за крабом. Краб крабу розни. Без краба как бы жизнь плохая. Но половину уже переложили довольно быстро. Не всегда получается краба схватить. Я думаю сделать как лучше. Быстрее, но краб просто не хватается порой. Давай же. Мне надо плыть домой и продавать самым дорогим ресторанам моего города этих товарищей. Пускай люди наслаждаются, и когда едят их, думают обо мне и о моем корабле. И о том, что я, ну, немного сбраконьерничал. Ну, что поделать. Тяжелая жизнь у моряка, ловящего крабов. Так, все, готово. Где мой тазик? Великолепный. Сюда. И остатки сюда. 193 килограмма крабов. Охренеть. Ну все, как бы ловля закончена. Я больше не могу отдыхать. Когда мы сможем уплыть домой? Я не знаю. Может подойти сюда, к каюте? Да, войти в рулевую рубку. Отлично, я могу взобраться. Куда взобраться? Домой меня отвези, корабль! Как мне плыть домой? Где берег? Вот мой корабль. А вот, открыть карту. Плывем домой, друзья. Наконец-таки я могу уплыть домой и продать своих крабов. Заработок 11 тысяч. Траты 7700. В любом случае я остался в плюсе. Чего? Это странно, это все? Ну ладно, на этом, друзья, пока все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, всем удачи, пока. Любите крабов.